Приветствую вас, дорогие друзья! Многие из нас хотели бы изменить к лучшему свою жизнь, преобразовать какие-то проблемные жизненные ситуации или обрести жизненную силу. Это становится возможным, когда мы активируем, очищаем и развиваем свои энергоцентры, потому что чакры – это уровни сознания, они напрямую связаны с нашей духовной эволюцией. Наши прародители из созвездия Плеяд заботятся о нас и передают необходимые знания и инструменты для нашего преображения и развития. Они считают, что в любых духовных практиках нам поможет наше творческое воображение. Представленная далее медитация для очищения и балансировки чакр предложена Плеядами. Представьте себе, что вы удобно сидите на старинной каменной скамье, а вокруг вас идиллический пейзаж. Над вами луна зависла в небесах, как большая спелая дыня, прочерчивая дорожку мерцающего серебряного света в окружающем вас пейзаже. Хор древесных лягушек и цикад сопровождает умиротворяющую симфонию гармоничных вечерних звуков. Усядьтесь поудобней, откинув голову и прочистив горло. Расслабьте нижнюю челюсть и язык и представьте, будто вы глотаете ложку самого вкусного меда, который когда-либо пробовали, наполненный сладостью искусительный нектар природы. Вообразите, как вашу макушку и позвоночник пронизывают тонкие золотые нити. Ощутите, как расправляется ваш позвоночник, и расположитесь на скамье как можно прямее. Так ценную алебастровую вазу осторожно устанавливают на изящный мраморный столик. Медленно разомкните губы и, вдыхая, отметьте то приятное ощущение, которое оставляет ваш вдох, проходя через ноздри, гортань, опускаясь вниз по горлу. Представьте, как вдох достигает нижней части легких, подобно мощному потоку, падающему с обрыва и затем образующему каскад из 7 ступеней водопадов. Вода кружится и кружится в глубоком водоеме, лежащем в основании каждого водопада, а затем низвергается вниз, продолжая свое путешествие. Ощутите освежающую влагу водяной пыли, поток энергии, рождаемый силой вашего дыхания. Почувствуйте, как прекрасна жизнь. Нырните вглубь каждого водоема, поплавайте в них, а затем, блаженствуя, вынырните на поверхность и замрите, покачиваясь на воде. Ощутите звук жизни. Наслаждайтесь плавным, струящимся странствием своего дыхания, наделяя это состояние ума ощущениями покоя, радости и гармонии. Управляя своим дыханием, погрузитесь глубоко в себя, представляя, как это состояние радостной, грациозной легкости вливается в 7 чакр вашего тела, начиная от макушки и далее вниз, до основания позвоночника. С помощью сосредоточенного дыхания направьте энергию в свои чакры, проникая все глубже в каждый из центров. Вообразите, как цветные кружащиеся спирали танцуют вокруг каждого водоворота. Энергия очищает ваш дом, выметая скопившуюся за годы паутину, и каждый из центров выглядит теперь свежим и сияющим,
медленно вращающимся калейдоскопом цвета, звука и света. Теперь направьте внимание на свои ноги и закружите энергию под вашими стопами, выхватывая ее из земли. Затем начинайте поднимать вращающиеся спирали вверх по ногам, отправляя их в первую чакру, где они закружатся в глубочайшем водоеме в основании позвоночника. Продвигайте вихрь энергии по телу и наблюдайте, как она кружится в каждом из водоворотов чакр, смывая весь мусор, все помехи и препоны, пока не достигнете темени. Если какая-то область сопротивляется очистке и растворению преград, свяжитесь с соответствующим центром разума и спросите, почему нельзя очистить эту область. Теперь внимательно слушайте. Если ситуация, за которую вы держитесь, больше не служит вашим высшим интересам, признайте функцию, которую она выполняла, выразите свою благодарность и скажите спасибо, отдавая должное этой части вашего опыта. И с любовью пригласите ее перейти в место высшего замысла вашей многомерной личности. Теперь представьте круг света, расположенный над вашей головой и излучающий космическую информацию. Ваше лицо безмятежно исполнено знания и мудрости. 5 ваших космических чакр – это 5 чудес, в которых вибрируют широко развернутые бездны сияющих, искрящихся цветов, быстро движущихся форм и исключительно прекрасных чувственных звуков. Ощутите предназначение структур энергии, соединяющих темя с сетью бытия, проносясь по реальностям, раскинувшимся далеко за пределами известной Вселенной, перепрыгивая из одного волшебного таинства мультиверсума в другое. Эти структуры легко и свободно сплетаются в танцы радости. Вихри и спирали вливаются в ваше физическое тело из эфира, наполненное свежей, сладостной энергией, которая вливается в ваши чакры и вытекает из них. Вы чувствуете себя сверхзаряженным, сверхпросветленным. Ваше восприятие распространяется далеко за пределы вашего физического тела. Световой круг работает как антенна, втягивая космическую излученную энергию через космические чакры. Украсьте этот образ, поместив бесценные самоцветы в каждую из 13 уникальных световых структур, что спроектировали вы сами. Эти конфигурации станут важными символами вашего участия в великой драме трансформации человечества. Напомните себе, что вы участвуете в многомерной игре вспоминания и объединения многих воспоминаний. Со всей отчетливостью представьте, что вы хотите направить космические энергии на улучшение качества вашей жизни. Теперь представьте золотую нить. Потянитесь и прикоснитесь к ней, и она повернет вас к этой версии реальности. Символы и образы могут всплывать перед вами, стремясь донести намеки и сообщения из глубин вашего бытия, что связаны с важными и основополагающими насущными проблемами. Если сохранять терпение, просто позволяя образам медленно заполнять пробелы в памяти и восприятии, возникнут некоторые интересные связи, что могут сплести подобие между вашей родословной и другими жизнями. Не спешите анализировать символы, настаивая на немедленном ответе. Лучше сначала
достичь баланса между правым и левым полушариями мозга, выйдя на природу и предоставим своему телу, уму некоторое время для усвоения ваших открытий.